Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Алена. Сегодня снова заглянула в магазин «Магнит Косметик», и давайте посмотрим, что я сегодня увидела здесь такого классненького, что мне приглянулось. Ну, для начала, конечно же, вот такая тарелочка. 130 рублей, и это опаловое стекло. Очень красивый рисунок. Есть вариант за 150 рублей, 25,4 сантиметра. А есть за 130 еще вот такая, 20 сантиметров. Это глубокая тарелочка. При покупке будьте внимательны. Обязательно просматривайте каждую тарелочку. Тоже интересная серия. Вот Паша Бахче, вот такие тарелочки. Цвет симпатичный. Салатник называется Сити, 16 сантиметров, 180 рублей. Вот такая тарелочка, 19,5 сантиметров, 200 рублей. Тут, мне кажется, надо ждать все-таки скидок. И вот такая тарелочка суповая, 22 сантиметра, 250 рублей. Есть еще тарелочка постановочная. Здесь она называется обеденная, 230 рублей, 26 сантиметров. Ой, какая красота! Тарелка десертная или суповая, 90 рублей. А вот такая тарелочка тоже десертная, суповая. Получается, вот это десертная, а вот это суповая. Десертная стоит 110 рублей. Как-то странно. Есть большие, 170 рублей, 25 сантиметров. И небольшие салатнички, 110 рублей. Сказочно красивые, конечно. Есть еще также в розовом цвете. Это керамика, и керамика достаточно толстая. Продолжая коллекцию велосипедов на пластике, вот такие еще есть подставки под приборы с поддончиком, 150 рублей. И вот такие универсальные подставочки подойдут для моющих средств, для губки с таким ситечком съемным. 150 рублей. Здесь два цвета. Вот еще какая интересная подставочка. Здесь разные варианты. Home, Sweet Home. Еще какой-то вытащить бы. Вытащила. Вот такой вот еще вариант. Пластик прочный, хороший. 170 рублей. Большая подставка под столовые приборы. Классная. 700 рублей она стоит, а вот размеры сейчас попробую найти. Оптимальное хранение, не скользящие ножки, высота органайзера 5,3, 38,4 на 39,7 сантиметра, Китай. Есть белые керамические формы для запекания с округлыми углами. Качество мне очень и очень нравится. Тяжеленькие. Размер 35 на 20 сантиметров. Такая форма стоит 900 рублей. А есть поменьше. Здесь размер 30 на 16 сантиметров. 600 рублей. Небольшое ведерко за 90 рублей. В приятном зеленом цвете. Объем 5 литров. Пластик подходит для пищевых продуктов. А есть ведерко побольше. 170 рублей оно стоит. Здесь объем 10 литров. К ним также в комплект можно взять вот такой вот тазик. Но, к сожалению, здесь нет ценника. 7,8 литра. Тот же производитель. Пластик. Да хороший такой пластик. Есть шкала мерная. Понравился мне сегодня вот такой вот браслет. 500 рублей. Есть такой вот вариант тоже, 500 рублей. Это колье, 600 рублей. Конежная подвесочка. 500 рублей. Мешочки отдельно продаются, 130 рублей для упаковки как раз-таки бижутерии.
или ювелирных украшений тоже можно взять. Такой набор сережек. 600 рублей. А вот такие сережки стоят 300 рублей. Колечко в размере S с эмалью 300 рублей. Ежедневные женские прокладки 15 штучек 230 рублей. Меня заинтересовало, кто же здесь производитель. И это Китай. Такая симпатичная упаковочка, аккуратненькая. На Котекс сейчас акции. Еще пару вариантов от Nice Day. Например, вот такие фитопрокладки. Дневные, 8 штучек. И ночные. И вот такие еще ежедневные прокладочки. 150 рублей. А здесь также в продаже есть и Secret Day, те же, что продаются в фикс-прайсе. Здесь они стоят по акции сейчас 145 рублей. Надо посмотреть, сколько в фиксе. Искала себе не так давно шубную пуговицу. Заказала на Wildberries за бешеные деньги, потому что оно нигде не было. Здесь есть вот такие, вполне бы мне могли подойти. Тем более две штучки, всего лишь за 99 рублей. Еще есть вот такие пуговицы. Здесь наборчик из двух штук стоит 70 рублей. Пришивные бантики. 8 штучек в упаковке. Есть вот такие красивые в горошек. И есть просто черные. 39 рублей. Переводные термонаклейки для одежды. 80 рублей в ассортименте. Какой классный наборчик. Это мыльная машина. Мини-вентилятор. Стоит по акции 350 рублей. Есть голубые, есть розовые вентиляторы. Игрушка, мыльный раствор, емкость для раствора в комплекте. Как же он работает? Вроде как нет батареек. Это очень хорошо. Да, я поняла. Вот сзади тут тарелочка. Наливаете в нее раствор, окунаете вентилятор. И, наверное, при помощи вот этой кнопочки начинает крутиться вентилятор. Соответственно, летят пузыри. Мы еще с вами не смотрели вот такие фетровые органайзеры. Например, вот такой стоит здесь 650 рублей с ручкой. Ручка добротная. Органайзер большой, ручки с двух сторон. Размер его 30 на 30 на 30 квадрат. Есть вот такой вот за 300 рублей, 25 на 12 на 21 сантиметр с петелькой. И вот такой вот с карманчиками, два кармана. Здесь липучки, то есть это куда-то подвесить можно, да? Да, смотреть на какой-нибудь рейлинг или что-нибудь такое, на стул. 500 рублей стоит такой органайзер. А есть большие, как корзина для белья, 950 рублей. В принципе, форму держит 30 на 30 на 50 сантиметров. И вот такой вот сборный на кнопочках. 450 рублей, тоже большой. 30 на 30 на 25. Понравились мне вот такие трости с бамбуковыми ручками. Ну, видите, фиолетовый с браком. Вот так вообще классные. Есть еще зелененький. На этом я сегодня с вами попрощаюсь. Такой вот коротенький обзорчик был. Больше мне особо ничего не понравилось. Надеюсь, что видео для вас было полезным и интересным. Не забывайте о лайках. Берегите себя и своих близких. И всем до новых встреч. Пока-пока.